Hello! У нас сегодня с вами, ребята, обновление на март. Ну, на ближайшие, я так думаю, недели три. Привет, кто подсоединяется. Я вышла даже на несколько минут пораньше, потому что, короче, я с вами поболтаю и буду спать. Я устала. Кто видел резонанс Шумана, всем понятно. Я очень редко сплю днем, но сегодня просто это был какой-то, я не знаю, ко мне пришел сон, вот так мне сказал, иди, пойдем спать. Поэтому я поспала днем. Ребят, бережно к себе относитесь, видите, отслеживайте, что происходит с резонансом Шумана. Может увеличиться интенсивность переживания каких-то симптомов вознесения. Поэтому, кстати говоря, прежде чем я перейду непосредственно к обзору того, что мы испытываем сейчас, конкретно в этот промежуток времени, и будем на протяжении марта испытывать, хотела сделать ремарку такую, что, ребят, я не отвечаю на комментарии, которые касаются ваших каких-то личных симптомов, потому что это некорректно. Поэтому, когда мне задают вопросы в комментариях или в личных сообщениях, вот у меня там то-то, что это может быть, я не отвечаю на такие вопросы, потому что, ну, в общем, это гадание непонятно на чем. И, в общем, это неправильно. Вот что я хотела сказать перед началом, пока подключаются. Значит, есть общее понимание у многих, кто чувствует энергии, кто чувствует тонкие планы, кто общается с высшими «я» и с духовным руководством. Примерно одно и то же описание того, что происходит сейчас. И многие из вас чувствуют это на каком-то интуитивном и эмоциональном уровне. Что в данный момент мы проживаем некий этап ожидания. Вот те, кто, особенно люди, как я, кто не любит ждать, для меня ожидание одно из самых неприятных, наверное, процессов. Для нас это очень сейчас тяжело проходит, потому что мы такие, как на низком старте. Был такой пример у одной из звездных семян, что мы находимся с вами как будто бы на военном корабле, да, что вот как, который переправляется из точки А в точку Б, и вот мы ждем указаний, вот некого такого, да, некого задания. И вот этот корабль, он пока плывет, вот он плывет, он в процессе плавания находится, да, и перемещения из одной точки в другую. И этот процесс можно либо сделать эффективным, и сделать его продуктивным, и скоротать ожидания, а можно стенаться, издеваться над собой, и еще больше себя утомить этим, если вы понимаете, о чем я говорю. Вот такой пример можно даже простой привести, что если вам сложно ждать в очереди или вообще, в принципе, там, не знаю, ждать каких-то результатов, нужно находить какое-то занятие себе, которое будет это ожидание коротать. Так как мы с вами уже на определенных уровнях осознанности, конечно же, это занятие должно благоприятным образом влиять на вашу жизнь, на ваш рост. То есть это не игра в Angry Birds или в танки. Нужно сделать себе список каких-то заданий, я о них поговорю чуть позже, которые можно выполнять. И вот это время ожидания, в котором мы вынуждены находиться, да, пока мы ждем самого действа, которое, поверьте мне, начнется очень скоро, мы можем это время провести с пользой. Значит, подобная энергия будет примерно до 21-22 марта. Вот это состояние ожидания, когда
Многие вообще задаются себе вопросом, что я вообще делаю, вообще, что вообще происходит, и мне все это надоело, и я устал. Это нормальная реакция на энергии, которые сейчас нас окружают, поэтому старайтесь понимать, что все в порядке, все идет по плану, все хорошо, и скоро, да, 21-22 марта, события начнут стремительно развиваться. То есть у нас было, кстати, такое какое-то подобное затишье, мне кажется, где-то, если я не ошибаюсь, в сентябре-октябре вот так тоже были подобные энергии. Ну и понятное дело, что, в принципе, очень многие уже извелись, да, то есть все ждут там каких-то супер новостей и так далее. Это тоже многим из нас урок терпения, когда мы с вами перестаем создавать это сопротивление своими, да, своей нетерпеливостью и учимся процесса, который мы вынуждены проходить медленно, да, по нашему внутреннему ощущению, превращать их в процессы, которые для нас выступают с какой-то пользой, да, чтобы была польза. Так, как я уже сказала, мы можем делать многое, пока мы ждем, грубо говоря. Вместо того, чтобы маяться, что я буду делать и так далее, мы можем использовать это время с пользой. Работа с внутренней силой, например, сделайте себе какой-то детокс, например, сделайте то, что вы давно хотели сделать, и вот прям себе засеките там до 21 или 22 марта, вот я сделаю что-то, что давно откладывал в долгий ящик, что я могу, да, осуществить за эти три ближайшие недели. У нас будет, я уже сделала оповещение по поводу марш-броска «Взлетаем», поэтому если кому-то нужно сопровождение на ближайшее, с 9 марта мы начнем, если вам нужно какую-то компанию, которая будет вас поддерживать, присоединяйтесь, будем взлетать вместе, поддерживать вибрации друг друга и в общем месте прикалываться, как пупочки. Так, происходит также перекалибровка в это время. Это когда у нас есть возможность провести некую ревизию. Здесь это, ребята, очень важный момент, провести ревизию в каком плане, что пересмотреть, что вы, грубо говоря, с собой из корабля заберете, а что проще оставить на корабле, да, не тащить с собой в саму миссию. Это касается всего, ребята, и учебы, работы, домашних каких-то моментов, взаимоотношений, дружбы, всего-всего-всего. Вы можете прям сделать себе какую-то тетрадку и провести прям ревизию, что вот это я хочу с собой забирать, вот это, да, нужно это либо трансформировать, либо это завершить и закончить, оставить там. Быть самое главное с собой честным, понимать, что для чего и почему. Уметь спокойно отказываться от каких-то привязок, которые для вас, очевидно, не выступают в качестве мотивации, да, которые вам мешают. Это очень хорошее время для того, чтобы от этого освободиться. Что у нас еще? Да, сделать это время удовольствием, как я уже сказала, что когда вы подготовлены к длительному перелету в самолете, вам нормально. Вы себе фильмы скачали, книжек набрали, не знаю, там что там, какие-то, может быть, интересные игры, но опять же с пользой. И для вас время проходит незаметно, либо вы там, не знаю, слушаете медитацию. А тот, кто в самолете весь извелся, и то ему не сяк, и этому не так спать не может, конечно, для него этот перелет — это пытка. Поэтому вот такую еще можно аналогию провести. Так, потом у нас есть, помнить, что у нас есть все необходимое.
Я со всеми, с кем общаюсь лично, 99% из нас, слава Богу, мы как у Христа за пазухой, у нас есть все, что для нас нужно, крыша над головой, еда, какие-то базовые наши потребности закрыты, нам не за что беспокоиться, мы с вами в безопасности, нас всегда с вами защищают. Поэтому, да, вот этот момент тоже нам помогает, этот период ожидания пройти с чувством достоинства. Есть еще момент напряжения. Я чувствую коллективное напряжение в каком плане, что, возможно, кто-то начинает терять веру, у кого-то появляется какое-то большое количество сомнений. Это все, ребята, нужно в сторонку. Сомнений никаких мы с вами не допустим, потому что сомнения понижают ваши вибрации, они вас сбивают с пути. Напряжение, в принципе, вызывает сопротивление и останавливает процесс, делает процесс таким буксующим и очень неприятным. Поэтому прям представляете себе некое расслабление. Знаете, еще можно такой мысли образ. Тема эфира прикреплена. Читайте прикрепленный комментарий. Такой мыслеобраз, что, знаете, когда вы сидите долго за компьютером, вот вы что-то делаете долго, усердно, и потом все, вы уже чувствуете, что вам надо выйти за компьютер, расправиться, потянуться, сделать какое-то упражнение, вот это вот тоже энергии ближайших 3 недель, то есть когда вы уже устали кропотливо что-то делать, и вот этот момент, прям сделайте себе передышку, делать какие-то приятные упражнения для тела, не обязательно там делать какие-то 3-часовые тренировки, но просто хотя бы потянуться, не знаю, сходить на массаж, принимать каждый день ванны, это тоже будет помогать снимать это напряжение и легче с напряжением, с сопротивлением бороться. Вообще март, естественно, очень важен, потому что очень много событий происходит на земном плане. Те, кто следят, видят уже, что действительно огромное количество информации появляется, что вот у всех есть чувство, что вот-вот бомбанет, да, в хорошем смысле, что прямо идет какая-то массивная подготовка, раскрытие какой-то очень серьезного пласта информации. Поэтому нам и говорят, что вот эти вот 3 недели ближайшие занимайтесь своим ментальным и физическим здоровьем, потому что мы должны быть готовы к моменту, когда начнется массовое раскрытие. Никто пока не знает, какая конкретно это будет информация, никто пока не знает точного плана, но все звездные войны, работники света, звездные войны, ну, вы меня поняли. В общем, все мы чувствуем вот прям какое-то, знаете, мы как в прыжке, как будто на старт, у нас внимание сейчас, фаза внимания. Поэтому мы с вами должны быть эмоционально и физически готовы, потому что многие, кто потом будут работать в поле, да, на новой земле, которую мы уже видим, как она рождается, мы должны быть с вами готовы на всех планах. Мне кажется, я одно то же повторяю по несколько раз, но это ничего. Все, ребята, это все резонанс Шумана. Все резонанс Шумана. Очень хорошая у нас с вами есть отговорка всегда. Просто что-то сегодня странно разговариваешь. Резонанс Шумана. Так, читаем дальше. В общем, каждый день действительно мы с вами прыгаем вверх. Так создается коллективная позитивная временная линия, об этом мы тоже с вами часто говорим. Сейчас идет, воссоединение наверх,
всех позитивных временных линий. И со мной абсолютно резонирует информация, я об этом с вами тоже уже давно разговаривала, что все, что мы сейчас видим, это поддерживает наше коллективное сознание. Сил ни у глубинного правительства, ни у кого из тех, кто раньше влиял на то, что происходит на Земле, больше этих сил нет, влияния больше нет. Поэтому все, что мы сейчас видим, это движение по инерции, это, ну, по инерции еще пока коллективное сознание создает эту матрицу и создает пока те сценарии, которые прорабатывались там, да, и проигрывались ранее. Значит, следующий этап, как я уже сказала, невероятный. Многие из нас вообще не представляют даже, что будет происходить в хорошем смысле. Мы с вами будем подготовлены, мы уже с вами к этому подготовлены в плане информации, но я уверяю вас, что большое количество информации мы узнаем даже те, кто уже прям там глубоко в кроличьей норе порылся. Поэтому, да, еще раз возвращаясь к тому, что нам нужно сделать в ближайшее время, заниматься, заботиться о себе, пересмотреть все свои взаимоотношения, контракты, соглашения, понять, что вы хотите взять с собой, что вам больше не нужно. Каждый день делайте маленький-маленький какой-то шажочек по направлению к своей мечте, по направлению к лучшей версии себя. Каждый день что-то делать совсем малюсенькое, но делать. Но делать это, опять же, не из-под палки, делать удовольствие, понимая, что вы делаете для себя какое-то благо. Поэтому, что здесь еще можно сказать? Я бы вам тоже рекомендовала не сильно впадать в какие-то крайности касаемо предсказаний, там, альтернативных средств массовой информации и так далее. Сейчас там много тоже разногласий. Поэтому вместо того, чтобы тратить свою энергию на то, чтобы понять, кто прав, кто виноват, занимайтесь собой, все в любом случае произойдет так, как должно произойти. Вот. Еще многие, потому что я знаю, тратят свое время на какие-то непонятные перепалки, кто там этот сказал одно, этот другое. Это все по большому счету сейчас не важно, ребята. По большому счету сейчас не важно. Поэтому давайте будем с вами молодцами. Кому нужно повышать вибрации, давайте к нам в группу взлетаем. Потом я, наверное, еще до конца марта сделаю еще один марш-бросок на коллективную тему, которая мне загрузится, что актуально сейчас. И таким образом потихоньку, помаленьку, да, каждый день какое-то небольшое движение наверх, небольшое движение наверх. Повторю 3 раза. Это все резонанс шума, да, ребята? Так, что у нас? Так, привет, кто здоровается? Эфир сохраню. Так, спрашивают песни Рейки, а что же в апреле нас ждет, что так нужно расслабляться, что-то масштабное? Я на этот вопрос, наверное, не буду отвечать, потому что очевидный, мне кажется, ответ на этот вопрос. Так, доктор Хелен Йога, благодарю за информацию, позитив и улыбки всех и вас, Наташа. Спасибо большое. Ксюша, Наташенька, у меня каждый день вопрос, кто я и зачем я, куда копать дальше. У кого, еще раз, ребят, кто сейчас мечется вот с этими вопросами, ослабьте напряжение, пожалуйста. Потому что вы создаете себе сопротивление, просто сейчас постарайтесь заниматься тем, что вам просто приносит удовольствие. Очень многие застряли, прям, знаете, как вцепились клешнями вот в эту свою миссию, что прям мне сейчас надо это узнать. Если не идет пока, если чувствуете, что вот каждый день задаетесь этим вопросом, да, Ксюша, он тебе прям приходит и приходит и приходит, ослабь немного это напряжение. Ты хорошо работаешь над собой, движешься куда нужно, просто сейчас постарайся это время воспринять как, ну,
как такое приятное время работы с такой текущей над собой, которая не супер усердная, сложная, которую ты способна сейчас сделать. Опять же, ребят, все способны на разные. Кто-то сейчас энергетически готов проработать тень, кто-то энергетически готов наконец-то выйти из сознания жертвы. Многие в нем застряли. Даже те, кто проснулся, я вижу прям, что очень многие застряли в сознании жертвы. Находите в себе тоже силы и желание, самое главное, выходить из этого, брать ответственность за свою жизнь. А так ослабь напряжение и просто выполняй каждый день какую-то приятную для себя, для роста работу. Если пока миссия прям четко не идет, придет, не беспокойся. Любитель покушать. Линии матрицы слабеют, жизнь людей становится непредсказуемой. Это подтверждает то, что все вот эти коды, которые за нас были написаны, и у нас особо свободы воли не было, все это стерто, и мы сейчас сами пишем свою реальность. Вот, поэтому важно сейчас пока аккумулировать вот эту хорошую, классную энергию в себе, пока что разворачиваются события на земном плане, а они разворачиваются. Людей готовят. Женя Долгорукая часто об этом пишет, да, что идет просто подготовка коллективного, да, огромной волны коллективного пробуждения. Так, Светлана 5784. Это так маленький шажочек, но каждый день. Да, каждый день. Если вы обратите внимание, многие даже не делают ничего маленького каждый день, потому что вот они видят какую-то цель, но ничего для этого не делают, потому что цель либо очень большая, либо им кажется недостижимой. А если каждый день делать какое-то маленькое действие, и вообще желательно все это прописывать, и желательно это где-то отслеживать, отображать, то вы увидите результат. Каждый день какое-то маленькое действие. Так, привет, Вероника. Ну вот такой сегодня эфир скорострел. Я постараюсь, ребята, чаще делать вот такие какие-то тоже обзоры энергии, потому что я понимаю, что многие иногда не совсем понимают, что происходит, и могут чувствовать себя немного потерянно в процессе и чувствуют себя немного одиноким. На самом деле, многие, это коллективная сейчас есть такая энергия, поэтому я буду стараться делать такие обзоры. Инсайт по пробуждению заходит, классно, ну потому что загрузки идут. Видите, что там с резонансом шумно происходит. У очень многих идут загрузки, у очень многих через сны особенно сейчас. Кстати говоря, знаете, у кого? У Паши Чудинова, я очень люблю смотреть его обзоры, у него есть хороший тоже сейчас обзор на март. Он вообще много делает видео и по знакам, и по энергиям, и по планетам. Поэтому если вот что-то хорошее для себя хотите сделать, посмотрите его видео, чтобы лучше разбираться в энергиях. Он там даже на неделю разбивает, поэтому вам будет проще, легче понимать. Так, я плакала, когда вы рассказывали, как были в пятом измерении. Я знаю, ребят, у многих такая реакция, вот такой резонанс, потому что у многих как будто воспоминания, понимаете, что это, видите, синхронизация, многие понимают, что это к нам идет. Так, Елена Тотот, благодарю, за первые 6 дней марта у меня столько осознаний, сколько за всю жизнь, кажется, не было. Мозг бурлит, чувства смешанные, но мне нравится. 5 дней смотрю ваши видео во все свободное время. Классно, я очень рада. Я очень рада. Класс. Ребят, у кого загрузки и осознания, ведите дневник, записывайте в блокнот. Кто со мной лично не работал, кто со мной лично, ребят, в суперзвезду записывайте, в главу, которая у нас в вебе, аппендицит называется. А кто со мной лично не работал, тот просто
сделайте себе журнал, записывайте, потому что иногда какие-то важные вещи выпадают. В общем, какие-то пометки себе делайте, потому что можно увидеть целую историю, да, и это неспроста, какие-то осознания. Есть куда стремиться, и, конечно, есть куда стремиться всегда, ребята. Мои поздравления, этот процесс не заканчивается никогда. Поэтому надо получать наслаждение от процесса. Так, Павел Чудинов называется «Душевный гороскоп». Прекрасный вообще человек, я обожаю смотреть. Он очень аккуратно говорит, но я думаю, что он прекрасно понимает, что происходит. Но он такой, делает обзоры для всех, и для тех, кто пока не в курсе, да, про 5D-землю и про переход. Но у него очень-очень-очень четкие обзоры. Парень из Новосибирска, очень мне нравится его энергетика и то, как он подает информацию. Так, еще раз давайте. Павел Чудинов, «Душевный гороскоп». Вот. Смотрите, ну вообще, в принципе, вот настолько у него четко, вот если даже ради интереса, посмотрите его обзор, когда он давал описание к 2020 году, вы офигеете. Вот, я смотрела этот обзор до еще всего, как все это началось. То есть там настолько все четко. Многие люди говорят о конце света, как это понимать. Ну, это те, у кого мозги запудрены, кто зазомбирован. Мы создаем свою реальность. Я не знаю, ребят, сколько еще раз это надо повторить. Что не надо слушать никаких предсказаний, и не надо слушать для меня это идиотизм. Если вы верите в конец света, значит, не знаю, ну, может быть, для кого-то он и настанет. Для меня точно нет. То, что я вижу, вообще никакого отношения к этому не имеет. Конец старого света, начало нового. Вот так воспринимайте. Так, что еще, вопросы есть? Олеся, у меня что-то странное, с утра слезы текут ручьем и чувство сострадания к темным силам, как будто жалко их очень, сама не знаю почему. Вот это чувство плаксивости, кстати, это очень характерно началу месяца, и вы очень светлая душа, и это правильно испытывать чувство сострадания ко всем. И рано или поздно мы все с вами к этому придем, потому что мы одно, и в том числе и с тьмой тоже. Вот, поэтому, конечно, чувство сострадания, потому что, ну, это существа, которые не испытывают того, что испытываем мы, представьте. У меня к ним тоже есть чувство сострадания, что им придется пройти очень долгий путь для того, чтобы трансформироваться на ту высоту, в которую мы трансформируемся очень, очень скоро. Поэтому у меня, конечно, к ним тоже есть чувство жалости. East MNTL, не знаю, как читать. Просыпаюсь уже месяца 4 каждую ночь. Последнее время снится, как в меня вкачивают энергию. Просыпаюсь от вибраций по всему телу и снятся очень осознанные сны. Успокаиваюсь, пересматривая ваши видео. Классно! Самое главное, не пугаться, все с вами хорошо. Нас во сне всех там накачивают энергией. Мы часто с вами во сне, нас забирают в лечебницу, короче, чтобы мы с вами функционировали как положено. Так, Светлана 5784, смотреть на вас одно удовольствие, свет, свет, свет. Я очень рада. Ребят, но опять же, я вот хотела бы сделать на этом акцент, что я к вам выхожу подготовленная, в плане вибрационном подготовленная, когда у меня хорошее настроение и так далее. В жизни я точно так же, как и все мы, могу остро реагировать, быть редиской, какашкой, невыспавшейся букой. Просто я знаю, что лучше в это время самоизолироваться. Вот, это такое мое лирическое отступление о том, что мы все с вами проживаем человеческий опыт, и что
в общем, в нирвану я не улетела пока что. И все мы с вами одной крови. Так, Оля Михеева. Наташа, про контракты расскажи, пожалуйста, поподробнее. Непонятен этот момент. Это делается так, ребята, обзор, вот это сейчас хороший период для обзора, обозревания и ревизии, вообще вот того, то, что у вас есть сейчас. Вот вы берете, я на данный момент здесь сейчас, у меня вот такие вот составляющие. И каждую сферу жизни прям ревизию делать. Вот эта составляющая, она помогает или мешает? Вот эта составляющая помогает или мешает? И потом от составляющих уже контракты смотрите. То есть, если мешает, то почему? Из-за какого-то контракта с человеком или нет? Если контракт мешает, значит, можно спокойно вообще развязываться и даже мысленно этот контракт завершить и двигаться дальше. Космос 80. Полгода периодами возникает чувство расширения, как будто ты становишься больше, а также чувство умиротворения и радости последние 3 месяца. Класс. Класс. Так, Ксюша, Наташечка, ты этим и притягиваешь, что ты настоящая и натуральная. Натуральная. У меня, знаете, ребят, даже ботокса нету. Так, делайте массаж, самомассаж лица помогает. Слышала Квалунквизмо 95. Я не знаю, правильно прочитала или нет. Привет, слышала что-нибудь про мыс Меганом в Крыму. Местные говорят, что место силы. По информации из интернета, древние греки считали, что там находится вход в царство мертвых. Нет, ничего не слышала. Если вам это интересно, езжайте, исследуйте. Но в Крыму и вообще вот в той части, конечно, огромное количество мест силы, 100%. Я была маленькая, ездила в Крым, мне там очень нравилось. Потом мы ездили в детский лагерь Артек. В Артеке, так себе, я вам скажу, что-то там не то было. Но в вот этой вот самой области... Евпатория, по-моему, да, там, вот там есть где полазить, посмотреть. Алтай 100%. Алтай. Естественно, Байкал и все вот эти наши величайшие места. Так, Леопольд, давайте жить дружно. Видел о себе такое, как проверить, что видел? Что конкретно видел? Напиши. Атаменко, как завершить контракт, просто дать намерение и отпустить, этого достаточно. Я говорю о контрактах в одном из эфиров. Посмотрите, пожалуйста, эфир. Он так и называется, контракт души. Байкал, мы тут. Класс. Класс. Вам повезло. Кстати говоря, тоже одно из важных... Одна из важных моментов, на которые обратить внимание, что мы сейчас находимся там, где мы должны находиться. И вот где мы с вами планировали находиться в этот момент, так и находимся. Ох ты, алтайские все развеселились. Так, привет-привет всем с Алтая. Класс, я обожаю Алтай, я обожаю Алтай. Если я летом вернусь, приеду в гости домой, Алтай прям у меня будет одним из самых первых. После того, как я с семьей потусуюсь, может, вообще всей семьей поедем на Алтай. Я обожаю Алтай. Так, Ксения Глобал. Наташечка, привет. Все раздражает несколько дней, давно такого не было. Что не так? Ребят, работа с тенью. Раздражение появляется тогда, когда, ну... Надо разбираться с причинами, ведите тетрадь ситуаций. Вот, кстати, я буду про такую тетрадку на марш-броске «Взлетаем» говорить. Так, Dreamer Wind Nail Artist. Евпатория, Поповка, пляж бывшего Казантипа, Тарханкут, однозначно места силы. Места силы, согласна.
Так, в личку напишу, ради бога. Так, не рой лис, нормально ли в период трансформации испытывать страх смерти? Благодарю за ответ. Во время смерти, во время темной ночи души нормально. Но это должно пройти, потому что должно прийти четкое понимание того, что смерти не существует. Так, привет из Казахстана. Казахстан тоже там, ну, у нас вообще Россия, мне кажется, пестрит местами силы, и в том числе и местами, которые... Мне вообще такой идет, знаете, образ, что когда начнется прям глобальное исцеление и людей, и планеты, что прям будут группы целителей пространства, потому что есть целители, которые пространство могут трансформировать, что прям там группы целителей будут исцелять огромные участки Земли. И вот в России таких участков очень много, которые причем изначально очень сильные энергетические порталы, а потом как будто бы намеренно там какие-то были жертвоприношения под видом войн. Вот мне идет такая информация, я не знаю, я нигде этого не читала, мне просто пришло, что такое огромное количество было супер заряженных мест в России, и что как будто бы в России было специально так много войн, чтобы вот эти места пропитались страданием, и что прям будут группы людей их энергетически восстанавливать. Привет из Казахстана, привет, я, по-моему, уже сказала. Усть-Каменогорск здесь, Казахстан на связи, супер, класс, класс. В Казахстане много, у меня очень много студентов из Казахстана. Казахстан тоже очень особенный. Все особенное, это понятно, но понимаете, да, что есть какой-то прям там тоже магия в хорошем смысле. Так, что еще есть вопросы в студию? Если вопросов нет, то буду выкладывать эфир. И хочу, кстати, может быть, в ближайшее время сделать с Ютуба. Самарская область, Волжский утес на связи. Супер, класс. Ребята, регистрируйтесь на территории света, потому что там можно будет скоро, надеюсь, находить друг друга, кто из какого города. Вот. И там уже прям будет реальное классное общение и настоящее какое-то действие. Почти 100 человек уже у нас там есть. Вот. Ладно, буду выкладывать эфир. Огромная благодарность за взаимодействие. Обожаю с вами общаться. Всех люблю. Обожаю. И чё? Ну, в общем, все хорошо, ребят. Все хорошо. Будем молодцами. Будем молодцами, продолжаем свой прекрасный путь. Все, всем пока.